Белка телеутка. Ой, белка. Белку-то тоже запихали, да? Белка-телеутка распространена в сосновых лесах по рекам Иртыш и Обь, на север до Новосибирска. Акклиматизирована в Крыму и Северном Казахстане. Неоднократно выпускалась на сосновых лесах Средней России и Литвы. Белка – это обитатель лесов и парков. Она предпочитает смешанные хвойно-ширококолиственные леса. Свои убежища белка устраивает только на деревьях. Летом и осенью усиленно запасают корм на зиму, который натаскивают в дупло деревьев. Сушат грибы, вешая их на ветки. На местах своих запасов белки быстро забывают и находят их зимой совершенно случайно. Рацион белки включает более 100 наименований кормов, среди которых семена хвойных деревьев, желуди, орехи, грибы, почки и побеги деревьев, ягоды, клубни и корневища растений. Белки весьма плодовиты, приносят 1-2 помета. Беременность длится 35-38 дней, в помете от 3 до 10 детенышей. Интервал между выводками около 13 недель. Уже в возрасте 80 недель они покидают мать и начинают самостоятельную жизнь. В неволе доживает до 10-12 лет. В природе белка старше 4 лет является уже старой. Ну ничего страшного. Платье вот так. Пошли, мы Кирюшу хватит. Давай. Аня, давай ты. Подожди. Я и как-то. Thank you.